разведки на Acer Plaza. Диспетчер 10-0, проверка адреса. Acer Plaza, повторяю, Acer Plaza. На крыше стрельба. Происходит нападение. Повторяю, происходит нападение. Ситуация критическая. Нужны подкрепления. Повторяю, нужны подкрепления. Офицер в опасности. Повторяю, офицер в опасности. Всем постам. Тревога всем постам. Офицер в опасности. Acer Plaza. Повторяю, Acer Plaza. Всем постам. Все они были мертвы. Последний выстрел стал отметкой, которая изменила все. Я убрал палец с курка. Все было кончено. Чтобы понять что-нибудь, я должен вернуться на 3 года назад, к той ночи, когда все началось. Меня все еще тянуло туда. Манхэттен, Мидтаун, северная территория, кухня дьявола. Так когда вы начнете на меня работать, детектив Пайн? Ты хочешь, чтобы я работал тайно в какой-то дыре? Извини, Алекс, но Мишель и дети для меня на первом месте. Видишь? Это моя последняя затяжка. Я делаю это ради своего ребенка. Да, Макс, это на тебя похоже. Ты как приличный бойскаут. Пока, Алекс. Так мы играем в покер во вторник? Это как отбирать сладость у ребенка. Жизнь была прекрасна. Розовый закат солнца, сладкий запах свежескошенной травы, детский смех. Дом с видом на реку. Прекрасная жена и маленькая дочка. Американская мечта, ставшая реальностью. Зайка, я уже дома. Но сны имеют привычку превращаться в кошмар в самый неподходящий момент. Солнце скрылось за горизонтом, сумерки спустились на землю и принесли с собой плохое предчувствие. Мишель, кто-нибудь дома? Все это не понравилось мне с самого начала. Мне дали лучшие места в зрительном зале, первый ряд в центре. Что за черт? На стене мне почудилось нечто жуткое, словно схема того, что должно было случиться. Это был шприц с ядом, магический знак, который носил дьявольское значение. Слушай, кто-то ворвался ко мне в дом, я звоню в 911. Это Макс Пейн. Да, кто-то вломился в мой дом, они еще здесь, я прошу вас... Хорошо, боюсь, я не смогу вам помочь. Кто это? Нет, не стреляйте, это ребенок! Мишель! Нет, прошу вас, только не это! Нет, Сара! Макс! Мишель! Нет! Не надо! Сейчас! Я буду смерть! Стой, полиция! Смерть! Брось пушку! Ты трус! Нет, боже, прошу тебя, нет, только не это! Молитесь за свои шкуры! Нет, 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 прошу, Мишель. Это случилось 3 года назад. С тех пор Нью-Йорк перевернулся с ног на голову. Появились лабораторные киллеры, накачанные химией. Зелье им давал некто Валькирия, ранее неизвестная. После похорон я сказал Алексу, что собираюсь перевестись в АБН.
Прошло 3 года, пока мы не раскрыли дело Валькирии, и тогда, наконец, 2 месяца назад, один тип повел нас на Джека Люпина, босса мафии семьи Панчинелло. Я стал работать тайно, и так мне удалось проникнуть в самую крупную мафиозную организацию Нью-Йорка. Я вошел вовнутрь с улицы, там было очень неуютно. Я постепенно начал вылавливать рыбу, одну крупнее другую, пытаясь выйти на источник наркотика. Алекс и Биби были моей единственной связью с АБН, единственные люди, которые знали, чем я занимаюсь. Это Биби. Джек Люпина попал в жуткую передрягу, ты должен немедленно встретиться с Алексом у станции Роско. Я не встречался с Алексом с тех пор, как стал тайным агентом. На улице был сущий ад. Едкие колючки снега впивались мне в кожу. Было холодно, как на Северном полюсе. Казалось, что небо собралось упасть на землю. Все искали убежище, как будто завтра никогда не наступит. Мне не полегчало, даже когда я спустился в метро. Внезапно меня посетило странное чувство. Кто-то в чем-то был неправ. Моя берета нервно подергивалась под плащом, но двери поезда за мной уже закрылись. Я поехал. Следующая станция – станция Роско-стрит и Алекс. Станция была во мраке. Алекс как привидение. Его не было видно, надо было искать. На улице Роско в воздухе пахло смертью. Надо было срочно искать Алекса. Разве не Джеку было поручено этим заняться? Он и Микки слишком были заняты полицейскими. Ну так как действовать? Просто. Останавливать всякого дармеда, что сходит с поезда. Мило, а поезд еще не трогался? Без понятия. Подождем, увидим. Ты чё? Да он же... Ты чё там? Эй, ребята! Ребята! Хватит прятаться! Эй! Хитрый! Какого хрена? Панель безопасности. Нужен был верный код. Точняк, точняк. Железно. Эй! Ворота были закрыты, надо было найти другой путь через туннель. Целуй на прощание! Ты спас меня! Что тут такое? Резня, неизвестные парни возникли из ниоткуда, надо позвать на помощь. Я могу позвонить из рубки, это выше этажом. Ты можешь отвезти меня? Да, может быть. Иди за мной. Надо позвать на помощь! На месте, вот сюда. Эй! Смотри! Поезд зажегся, как елка. Ток снова пошел.
открывая дверь, ведущая на заброшенную часть станции, которая была заперта еще в 40-х годах. Что-то крупное затевалось на улице Роско. Может, поэтому Алекс хотел встретиться со мной именно здесь? Так или иначе, я хотел узнать. Я тебе говорю. Детонатор. Чё тебе дать? Детонатор. Я ж думал, ты взял. Ты должен был взять. Ну да. Дверь была заварена 100 лет назад, и в бомбе не было детонатора. Какого хрена? Сообщение прямо с места преступления. Кто это? Прямо за тобой. Это шеф отдела по борьбе с наркотиками. Вы должны немедленно прекратить всю свою деятельность и сдаться властям. Конечно, Джим. Мы с моими ребятами просто разговаривали. Можем обещать, что ничего подобного больше не произойдет. Что, черт побери, это было? Обвинение в ограблении банка не принесет мне чести. Грабители неплохо накрыли на стол. Ограбление банков наверняка связано с корпорацией Acer. Успех Acer постоянно обсуждается на всех каналах, и о них кричат обложки всех журналов. Грабители оставили свои инструменты на столе. Судя по детонатору, у ребят взрывчатки хватило бы, чтобы послать статус свободы на Луну. Макс, черт, я чуть не лопнул от страха, чуть не пристрелил тебя. Алекс, рад тебя видеть. Что тут творится? Трупов больше, чем в морге. Вооруженное ограбление, банк Роско. Взяли через станционную стену, поэтому... Это банда Лупина. Это банда Лупина? Люди Лупина? Да ну. Они знали, что делают. Ты можешь пробраться? Нет, надо убираться отсюда. Если это Лупина, то... Алекс! Алекс! Поделать я ничего не мог. Он был труп и смотрел обвиняюще стеклянными глазами. Давай свалим отсюда! Да, Алекс не давал мне сойти с ума эти последние 3 года. Теперь даже я не знаю, что делать. Он вступил в крупную кучу дерьма, а потом наступил на ботинок Джеку Люпина. Люпина управлял всеми делами, которые касались сексуального шантажа, наркотиков и заказных убийств из грязного отеля или трущоб. Полиция была уже близко. Он уже слышал вой сирен, и этот звук все усиливался. Люпина думал, что может покончить с нами, убрав Алекса и тем самым заманив меня в ловушку. Но все, что он получил, это мое внимание. Сначала я отправился в отель. Отель был очень старый, с мигающими лампочками и весь какой-то серый. Он давно стал домом для бродяг и проституток. Я вышел прямо в фойе, кося под Богарда, как уже делал сотни раз до этого. Этим местом заправляла кучка гангстеров со звериными оскалами. Братья Финита. Леди и джентльмены, вы только посмотрите, кто к нам пришел. Да это же сам Макс. Вы меня доконаете. Сами додумались, или этому способствует вино? Не стоит отвечать. Это просто риторический вопрос. У меня есть кое-что для босса. Люпина здесь? Это зависит от того, кто вас спрашивает. Друг или кусок дерьма? Не стоит отвечать. Это тоже риторический вопрос.
Люпина нет здесь. Он передал тебе привет. Люпина не было в дешевом отеле. Вместо него я нарвался на братьев Финита. Я накрыл их взрывом. Дверь сзади захлопнулась с треском. Пули сыпались, как дождь. Пулю тебе в задницу. Ха-ха, Макс, есть билет на катафалк продать. Мой глаз привлекло письмо на столе. С Люпиной встречался лишь однажды. Всеми гангстерами управлял Винни Когнити, который был правой рукой Люпина. Когнити был очень взвинченным малым, готовым взорваться в любой момент. У него хватало мозгов, чтобы управлять делами, но со своими врагами он был беспощаден. Всю свою ярость он извергал на наркоманов и девочек по вызову. «Сделка должна состояться в отеле», цитирую слова Джека. «Винни, ты за это отвечаешь. Тебе будет помогать Рико Муэртес. Если что-то случится, то вы будете мертвы. Все оплачивается по двойному тарифу. Отнеситесь к этому парню хорошо. Дайте ему все, что он попросит. Не провали это дело, или всем нам конец». Дело Ви означало усиление охраны, блокирование дверей и огромное количество головорезов, у которых чешутся руки. Я не видел ничего странного, но это не обозначало, что его там не было. 313 Финитас нацарапал номер комнаты Муэртеса на полях оставленной записки. Какого хрена? Эти подопытные головорезы били без предупреждения. Надо быть поосторожнее. Вот дерьмо. Хи-хи, осторожно, может повториться. Ду-ду-ду-ду-ду, автомат-убийца. Это ты мне? Ну, ты же крут. Завалили! Сегодня борьба против торговца наркотиками Валькирии приняла совсем неожиданный оборот. Ситуация ухудшилась после ужасного убийства специального агента Абн Алекса Балдера, которое произошло на станции метро Роско. Подозреваемого видели, когда он покидал место преступления сразу после того, как прозвучали выстрелы. Полиция в данный момент занимается поисками Макса Пейна, преступника-рецидивиста, который вооружен и очень опасен. А теперь о погоде. В городе продолжается буря, которой не видели даже старожилы. Вечеринка уже затихла давно, но мне не было жаль, что я пропустил самое веселье. Я нашел комнату Морты. Морта получил письмо. Наше расследование не выявило никакой связи между Анжело Панчинелло, который является главой семьи Панчинелло, и Валькирией. Все следы обрывались на Джеке Люпина. Письмо в комнате Муэрта было подписано самим Доном. Это было первым намеком на то, что центральная фигура знала о том, что происходило внутри синдиката. Переделка, в которую ты попал после провала в Чикаго. Семья Панчинелло поручилась за тебя, и ты ждал возможности отплатить нам. У одного нашего друга есть обезьяна размером с Кинг-Конга, сидящего у него на плече. Ты нам нужен для того, чтобы прикрыть нас, когда мы будем выполнять самое важное дело. Сбор доказательств позволил сэкономить старику несколько сотен патронов. Я уже давно перешагнул ту черту, после которой нет поворота назад. Ты чё? Мне не хотелось знать, что тут случилось. Зрелище было не из приятных. Завалили. Эй ты! Черт, я думал, это точно бомба? Нет, русские сентиментальны, они сами напросились. И я думал, это бомба. Стоять!
шлюха оставила дневник на столе. Дневник принадлежал наркоманке, ее звали Кэнди Даун, шеф полиции, если прочитал бы, наверное, покраснел. Снова говорила по телефону со старой коргой, отправила ей новую запись с Альфредом. Пока она будет платить мне за эти записи, старик будет каждый день приносить мне товар. У нее был неплохой заработок, она снимала на камеру своих посетителей, а после этого продавала их тому, кто даст больше денег. Это ее и убило, если этого не сделала раньше кто-то из ее клиентов. Это он! Давай за ним! Нифига, ты давай за ним! Старый служебный подъемник с громыханием опустился в самое недра отеля Джека Люпина. Это было безумие. Фараоны вели крупную операцию за соседней дверью. Движение было больше, чем в час пик. Парни в крови мечутся туда-сюда, хватаются за горло. И посреди всего этого мы. А мне что? Мне пофигу. Так что же случилось? А ничего. У нас была взрывчатка. Груз за борт и домой на реке. Вали его! Снежная буря и обильные снегопады, которые принесли огромный ущерб коммунальному хозяйству города, все еще продолжаются. Закрыты многие дороги, а людям советуют оставаться в своих домах. Ужасная буря в Нью-Йорке продолжается уже 3 дня и пока не собирается прекращаться. Сначала нам сообщили о деле Валькирии, к тому же они говорят, что для этого было много предпосылок, но заснеженный город был только мне на руку. Меньше шансов того, что в перестрелке погибнет случайно прохожий. Эй! Доказательство первое. Газета. Мертвец лежал на полу бойлерной, привязанной к креслу. Капитан, бейсбольная кепка оставляет за собой рекорд в матчах против супергероев. На 6 ящиков пива покруче любого бейсбола. Орудием убийства была бейсбольная бита, которая теперь лежала в луже крови около вырезки из газеты с комиксом «Капитан, бейсбольная кепка». Или фильмы про вампиров. Чего они всегда происходят в Лос-Анджелесе или в Мексике? Они же там загорать не могут. Кабы я был кровососом, я бы поехал на Северный полюс, где такая длинная ночь. Да? А что бы ты там ел? Сосал кровь у пингвинов? Нет, у эскимосов, чувак, у эскимосов. Вон он. Давным-давно это было бы просто наркоарестом. Прозрачный зеленый сосуд полон валькира. Грязные деньги. There was a key on the table. Двое сумасшедших убийц готовы разорвать друг друга. Они перешли в следующую комнату, и мне было интересно, как они это сделают. Но нет, они сели возле телевизора и разрешили все свои споры, сыграв в видеоигру кунг-фу. Скажу тебе, крошка, у меня была такая депрессия, что я задушил их обоих проводами от приставки. Ау, Рик, а ты такой плохой. Конечно. Рика Муэрта, подлый негодяй. Что за черт? Это коп! Муэрта потянулся своим пистолетом. Все еще работал.
задней комнате за приемной был старый телефонный коммутатор. С помощью этой штуковины можно было легко записывать телефонные разговоры. Несложно было представить, как жирный хряк сидит здесь в наушниках, подслушивает грязные фальшивые оргазмы сразу по нескольким линиям. Да, это одно из злачных мест Нью-Йорка. Даже сейчас я слышал самое разнообразное аханье и оханье. Босс, Когните, это Макс Пайн. Он пришел, за нами. Он убил... Что, прикалываешься, хочешь надуть меня? Да он просто вшивый полицейский. В чем, собственно, проблема? Алло, отвечай, алло. Все было ясно. В городе появился смертельный вирус, который быстро распространялся. И сразу проснулось что-то безнравственное. Макс Пейн должен вмешаться. Развернуться, уйти, чертов город. Это, наверное, было бы самым разумным решением, но, кажется, тогда я не умел поступать разумно. Здание, в котором жил Люпина, было очень потрепанным и служило местом сбора разных подонков. Бар, ломбард, прачечная, заполненная гангстерами и барыгами. Этот список можно продолжать. Оставалось загадкой, как они узнали, что я коп. Они знали, что я иду к ним, и были настроены очень воинственно. Я увидел, как все озарило пламя. Бомба взорвалась, превратив снег в расплавленное золото. Столб огня поднял в воздух то, что осталось от машин. Пламя отразилось на лобовом стекле черного Мерседеса, проезжающего по улице. Он ехал очень медленно, как будто водителя не волновало ничто на свете. Я хорошо рассмотрел человека с карабином. Это был Владимир, глава русской мафии города. Он как муха плавал в супе Панчинелло. Звон в моих ушах означал войну между бандитами города. Внутри здания. Удачно. Парни внутри перепугались. На замке всегда висел ценник. Внутрь могли занести еще бомбу, и полиция уже могла быть на хвосте. Джек Лупина Сахарный был на верхнем этаже. По крайней мере, бывал там, пока не рвануло. Заголовки нагоняли депрессию. Заголовки газет извещали о кровавом убийстве. Рев бури сливался с воем сирен приближающихся полицейских машин. Смотреть на это было мукой, тем более, что в убийстве обвиняли меня. Вестибюль зазвенел разбитый телефон. Это мог быть просто наркоман, у которого началась сломка, но все оказалось намного более зловеще. Я разговариваю с мистером Пейном. А кто это? Меня зовут Альфред Вуден. Вы должны поторопиться, полиция уже в пути. Расскажи мне, что я не знаю. Они знают, что вы там. Что? А вам какое дело? Я еще свяжусь с вами. Полиция приехала, вой их машин сливался в дикую депрессивную какофонию. У меня было всего несколько минут, пока они не приступят к выполнению обычной в таких случаях работы. Надо было как можно быстрее сматываться.
Макс Пейн, говорит заместитель начальника полиции Джим Бравура. Бросай оружие и выходи с поднятыми руками. Точняк, точняк. Железно. Кто-то оставил письмо на стойке. Внезапно все обрело смысл. Бомба, глава русской мафии, который появился здесь лично, Когнити снова оказался самим собой. После нашего удара у русских осталось всего несколько стволов. Их можно больше не принимать в счет. После всего этого они вряд ли станут рыпаться. Кишка тонка. После всего, что произошло, у русских кишка явно расширилась. Единственное, в чем можно быть уверенным, если ты на кого-то нависаешь, когда-то он начнет нависать на тебя. Ты чё? Взрыв уничтожил все ступени, ведущие к офису Люпина. Теперь туда можно было пробраться только по... Другой путь вел через примыкающую крышу. Еще никогда не было так холодно, словно небо падает. Да, просто конец света. Я себя хреново чувствую, я просто ничего не чувствую. Чтобы попасть на крышу, надо было пройти через закрытую дверь в лифте передо мной. Пиццу заказывали. Никогда тебя не видел. Свали, Вась. Нет, не стреляй. Ты знаешь клоунов с прачечной? Я нет. Тогда ты мне не нужен. Не-не-не, прачечная, я вспомнил, да. Веди меня туда. Ладно-ладно. Это я, впусти меня быстро. Не так скоро, сначала пароль. Джон кто? Ай, да ладно, ну Джон Ву. Порядок, заходи. Засада! После поступления сообщений о начале войны между преступными группировками, можно сказать, что в Нью-Йорке начался настоящий кризис. Предположительно, Макс Пейн разыскивается для допроса в связи с подозрением в убийстве специального агента АБН, совершенного ранее. Он ведет одиночную войну против членов его бывшей преступной группировки. В списке погибших числятся такие члены мафии, как Джой и Вергилио Финито, и даже сам Рико Муэрте, который скрывался от правосудия после совершения нескольких убийств в Чикаго. В полиции объявлен режим полной боевой готовности. Вся полиция города начала поиски Макса Пейна. Заместитель начальника полиции Джим Бравура пообещал, что сделает все возможное, чтобы негодяй предстал перед судом за все свои злодеяния. Мы будем держать вас в курсе расследования. С вами была Кира Сильвер с новостями от CNN. Я не хочу туда идти. Я больше всего не хочу там оказаться. Красно-синий или зеленый? В кино всегда красный или зеленый? Значит, зеленый. Нет, не зеленый.
Винни Когнити, человек, которого я так хотел видеть. Пейн, тупой фараон. Я знал, что ты когда-нибудь таки сойдешь с ума. Ты что себя воображаешь? Ты просто тупой коп, у тебя нет ордера на арест. Ты не имеешь права ломиться сюда, это частная собственность. А, боже, ты попал в меня. Пейн, ты труп. Чего, черт побери, вы ждете? Вы тупые обезьяны, убейте его. С удовольствием, босс. Когните конец. Предстояло расправиться с этими идиотами. На столе Когните лежало смятое письмо. Письмо было адресовано Дону Панчинелло, но Винни никогда не хватало терпения досчитать до конца. Джека околдовали, он убил Дина, просто потому, что ему хотелось посмотреть на его мозги, размазанные по стене. Он просто конченый пес. От него стали уходить люди и удача. Когните до смерти боялся своего босса. Джек Люпина был просто психом. Винни Когните смывался от страха. Он мог бежать, но пуля в животе свербела, как разбитое стеклянное чили. И времени у него не было. Он знал, кто его босс, и я хотел свести счеты с Джеком Люпина. Когните бежал быстро. Не знаю насчет ангелов, но страх дает людям крылья. Когните пустился в бега, чтобы его поймать, мне надо было идти по следу. Я ехал в поезде второй раз за эту ночь, но судя по началу, поездка обещала быть не более приятной, чем первая. Морозный ветер резал лицо, как бритва, руки и ноги скользили по льду, покрывавшему крышу поезда. Вдалеке я слышал вой сирен, словно стая гонщик, что охотились на меня. Нью-Йорк быстро полетал мимо меня. Черная крыша домов, водонапорная башня, мертвый лес, антенн и дымоходов. Все это слилось в сплошное пятно. Когда поезд замедлился, Когните сделал первый ход. Но он идет вниз по лестнице. Пристрелить его. Понял, босс. Нет проблем. Ты чё там? Завалили! Будем богаче, чем даже этот умник. Тупо богаче. Выше, смотри. Пейну некуда бежать, мы уже совсем скоро схватим его. Тогда и продолжим наш разговор. А сейчас, извините, мадам, у меня много работы. Это был заместитель шефа полиции Джим Бравура.
Без комментария, вы все сами слышали. Несмотря на подозрительность, я считал Бравуру классным парнем. Просто судьба разбросала нас по разные стороны баррикад. Но когда задерживать пришлось меня, он нашел выход из положения. Я несколько лет не был в полиции. Пока. Он идет. Я уже слышу, с ружьем и ломится в дверь. Ну все, сейчас Пейн ломится в дверь и начнет валить. Или он нас, или мы его. Убей, суху! Черт, двери! Пейн, я разорву тебя, тупорылый фараон! Силы у Когнити закончились в темной аллее. Он лежал на земле. Из его горла вместе с паром вырывался страшный хрип. Пришло время поговорить. Где Люпина? В жопе. Плохо кончишь, Винни. Ах ты, погонь. Замечание принято. Ты не сможешь убить меня. Да, постарайся себя в этом убедить. Послушай, ты неплохой парень. Не надо нежности. Мне нужно знать, где твой босс. Игра шла некрасивая, я не просил этого дерьма, неприятности сами свалились на меня одна за другой. Добро и справедливость лежали золотой пылью на дне выгребной ямы. Я не строил иллюзий по этому поводу, я не был одним из них. Были только ямы, пистолет и курок, все мысли сводились к одному. Я скажу, только не убивай. Люпина в ночном клубе Ранга Рок. Арестуй меня, отведи в полицию, посади в вонючую тюрьму, только не убивай, пожалуйста. Свои права услышишь на похоронах. Рагнарок был ночным клубом, принадлежащим Люпина. Старый театр, переделанный в притон наркоманов. Я знал, что меня ждала внутри кучка дегенератов, готовых разбежаться в разные стороны, боясь насилия. Шайка головорезов Люпина, самый безжалостный убийца по эту сторону пекла. Рагнарок проявил гостеприимство бешеной собаки. Его огни мерцали со скоростью автоматной очереди. Фасад здания был построен в готическом стиле и навевал мысли о садомазохизме. Темное обаяние дома манило, словно пуля в сердце полицейского. Как отец, так и сын, так же, как Джек Лупина. Всяких лекарств. Я был очень удивлен обстановкой и тем, что кто-то здесь еще читал книги. На обложке книги было написано «Век бури и убийств». На задней обложке говорилось о норвежском мифе. Рагнарок – конец эры викингов, причиной которой послужили ужасные зимы, превратившие землю в лед. После этого мир ушел в пучину насилия. Я представлял, как кто-то невероятно сильный проник в их мысли и сообщил о конце света. Я также начал понимать, для чего был создан этот клуб и чего хотел его владелец. Комната была забита разными книгами, такими как «Некрономикон» и «Молот ведьм» и «Потерянный рай». Старые экзотические названия, такие как «Использование молотка» и «De Umbranum Ragni Novam Portis». Книги с пентаграммами на обложках – все имело отношение к оккультным наукам. Они лежали между стопками кассет с фильмами ужасов и несколькими дощечками Уиджа. Единственное, что можно было сказать серьезно, это то, что Лупина серьезно к этому относился.
За кулисами оказался рабочий кабинет Люпина. Горячий воздух стоял невидимой стеной. Здесь пахло ладаном и чем-то еще. Нездоровый сладкий запах, от которого тянет рвать. Это была прогнившая сердцевина большого яблока. Это была гнилая сердцевина большого яблока. Люпина кроется где-то впереди, как паук в середине своей паутины. От воздуха у меня уже кружилась голова. Клочки разорванного письма были разбросаны на диване. Пончинелло угрожал Люпина в письменном виде. Записка была разорвана в клочья, на которых были видны кровавые отпечатки пальцев. Не задумывался над тем, что один из моих парней играет неполной колодой карт. Приспосабливайся, Джек, мы ведем бизнес по-своему. Мне бы не хотелось отсылать к тебе тройку ребят, чтобы они поговорили с тобой. Тройкой оказался прославленный головорез Дона. Записки Люпина валялись на столе. Джек Люпина был сумасшедшим. На столе были разбросаны записи о безумных тайнах, написанные в порыве гнева, какой-то список демонов, бесов и восставших богов тьмы. Кровь предназначена всем вам. Наверное, он насчитался Фауста. Твоя душа ради силы и удачи. Просто знак. Пунктирная линия, нарисованная твоей кровью. Блокнот Люпина лежал на пьедестале. Джек Люпина был сумасшедшим. Да поглотят загадочные волки и луну, и солнце. Люпина сам волк. Я мистер Зверь. Огромный, злой, кровожадный волк. Я человек, с которым придет конец света. Я принесу на землю плоть падших ангелов. После наступления 2000 года миру придет конец. Но разве стоило говорить это мне, задумчивому неудачнику, мстителю, который в одиночку противостоит целой империи зла, которого справедливость застанет только в могиле? Все субъективно, есть только личный апокалипсис. Такие вещи живут шаблонами, пока они не происходят с тобой. Плоть павших ангелов, придите все, я поделюсь с вами секретами, что живут под кожей реальности. Я видел их, это гниющая плоть. Я волк, я волк. Уже наступило, мы свидетели конца времен. Сейчас я восстану из смертных. Мне не нужны слова. Я выше всех. Я понял, что это было кому-то выгодно, и этим кем-то был заполнен весь небоскреб Empire State Building. Люпина был крепок и мог выстоять 15 раундов против аллигатора-мутанта, а потом он начал свою обезьянью историю. Историю, которую я много раз слышал во сне. Я попробовал плоть падших ангелов. Я пил зеленую кровь дьявола. Она течет в моих венах. За стеной из кожи я видел постройки из крови и костного мозга. Смерть уже близко. Она идет, и за ней идут ее слуги. Это зима, сумерек. Я готов стать ее сыном. Ее время пришло, и все, кто стоит на ее пути, должны умереть. Вы умрете! Все! Все умрете! Я волка! Когда Люпина наконец упал, я захотел убедиться в том, что он действительно мертв. Это было просто чудовище, которое превращало людей в зомби, которым место не на земле, а в преисподней. Мне кажется, он уже мертв.
Что? Он был мертв с самого начала. Но все равно ты убил не того, кого нужно. С этими словами эта дамочка навела свой пистолет прямо мне в лицо. Я сделал то же самое. Лиза Панчинелло? Лиза Панчинелло была женой Дона. Мона Сакс, злой двойник Лизы. Это опасный пистолет. Можешь наделать дело? Лиза, зверь, когда в опасности. Я профессионал. Снесу тебе башку и не моргну. Ну да, и все мои заслуги размажутся по стенам. Джек не мог подставить тебя, он был не в том состоянии. Мы ищем одну и ту же сволочь. Анджело Панчинелло убил твоего друга и свалил все на тебя. Ты в этом уверена? У меня свои источники. Я не оставляю догадок, я их расстреливаю. Кто заключил контракт с главной мразью? Он мой, ненавижу гадов, что бьют своих жен. Почему бы нам не поберечь пули? Я думал, ты никогда не скажешь. Даже палец стал чесаться. Надо смочить его виски. Не против, если не бросишь мне крысу в стакан? Ты просто ангел, Макс. Виски был отменный, словно мед растекался в глотке. Ты не обижайся. Лучше отдохнешь. Тебе не помешает. Кошмар всегда повторялся. Злобные очертания мечутся во тьме. Старая и безобразная. Безумный смех убийцы, словно загадка, злобно влетал в окно. «Где ты?» — кричал ребенок. «А ты знаешь, что мы нашли тебя, когда ты храпел рядом с трупом Люпина?» На картинке было старое доброе время. Вместе с Алексом мы пережили пару славных деньков. Друзья сражаются вместе против преступников. Лучшая в команде, добродушная мужская бравада. Все бы отдал за то, чтобы он был рядом со мной. Но с ним проблема, как и со всем остальным. Мишель смотрела на меня с фотографии. Семья Пейнов. Момент счастья, схваченный полароидом. Я думал, что так будет всегда. Пока смерть не разлучит нас. Я не хотел думать об этом. И пока я не думал об этом, этого не могло случиться. Но я нарушил свое правило, и мысль об этом неожиданно проникла в голову. Страх ржавыми спицами копошился в моем мозгу, холодный и мерзкий. Он скользил по телу. Я обожал смотреть мультфильмы. Капитан Бейсбол – мой любимый герой. О, нет. Боже, прошу тебя, нет, только нет. Что с ними не делай, не всегда как новенькие. Дневник Мишель лежал на столе. Мишель работала на полставки в одной юридической конторе. Ее дневник был открыт на сегодняшней записи. Я смотрел на красивые изгибы ее почерка. Вчера на мой стол попало одно военное досье. Валхалла? Разве это не норвежский миф? Что-то о викингах? Я пыталась рассказать об этом Максу, но он был занят, симпатично хмуря брови. Наверное, ничего особенного, просто перепутали на почте. С этого момента я всегда буду находить для нее время. Пустое обещание. Слишком мало и слишком поздно. Макс, прошу тебя, Макс! Почему? Я не хотела, прости меня! Убийца, ты убил ее! О настоящей мире ничего такого не случается. Я проснулся от кошмарного сна. Казалось, что мозги не помещаются в череп.
Макс Пейн, классное имя у тебя. Убийца улыбнулся. Рад познакомиться, я Фрэнки Ниагра по кличке Бита. Ниагра, ты что, плакал в детстве? У него в руке была бейсбольная бита, я был привязан к креслу. Лучше было его не злить. Ты любишь иногда посмеяться? Вот и я. Например, обожаю смотреть мультики. Мультяшная жестокость — это очень забавно. Давай передохнем. Мне нужно отлить и, может, остудить глотку в баре. Не волнуйся, я скоро вернусь, и мы закончим. А там решим все вопросы. Твои деньги, твоя музыка, козел. Он вышел и запер дверь. Я услышал, как щелкнули засовы. Все делают ошибки. Мне не следовало шутить с этим болваном с битой. Он мог проломить мне череп как орех, и не следовало доверять этой дамочке с пистолетом. Я слепо пошел за первой сволочью из списка, когда надо было целиться выше в голову семьи Панчинелло. Вид у меня, наверное, был не цветущий, вместо лица сплошное пятно. Но когда кто-то решает поиграть в бейсбол твою башку, это очень раздражает. Они оттащили меня в подвал отеля Люпина. Я был избит, весь в синяках и крови. Чувствовал себя как кресло, которое разломал, когда хотел вырваться. У меня была только бейсбольная бита, липкая от моей собственной крови. Эй, ты! Ты чё? Да вот он где! Хитрый! Люди в синем приходили и выходили. Они все отметили мелом и огородили желтой лентой. Легавые, что стояли позади, были мертвы. Фрэнки, его парни и я заняли свои места. Да забудь об этом! Забудь об этом! Сумасшедшая ведьма, ты бы слышал, как она вопила, когда парни не дали ей убить Дона. Надо было пристрелить. Хреново, трио? Это даже хуже, чем то, что делает Фрэнки с этим дерьмом внизу. Она будет умирать очень долго. Бандит-охранник говорил по телефону о Моне. Трио Панчинелло не могло означать ничего хорошего. Или доказательство, что Панчинелло меня не очень любил. Остается факт, что все жертвы перестрелки в Рагнарок были опознаны. Все они известные преступники, у многих в крови обнаружен Вии. Надежные источники сообщают, что среди убитых был и Макс Пейн, но его тело пока еще не обнаружено. Надежные источники. Значит, кто-то подумал, что я в руках мафии, чтобы полиция больше не вынюхивала. Им доставляют тело неопознаваемое. Дело закрыто. У Дона Панчинелло была власть, чтобы стать этим надежным источником. Это и так ясно. Но ясность была туманная. Подставив меня, они не успокоятся. Дон Панчинелло нанес мне удар. Он хотел, чтобы я умер. Это было так важно для него, что он даже дал Фрэнки письменные инструкции. Макс Пейн должен умереть как собака. За все, что он навлек на нас. Фрэнки, я знаю, что могу доверять тебе, чтобы сделал это так, как следует. Эй! Бар отеля быстро наживал себе репутацию. Фрэнки сдержал слово и пил там пиво. О боже, как тебя сюда занесло? Устал ждать. Да чего там, мы здесь можем неплохо пообщаться. Устраивает все. Спасибо, спасибо, ты хороший зритель.
Может, хватит? Вообще-то я не играю с девчонками. Так нечестно. Как только я вышел из отеля, сразу заметил хвост. Большой черный Мерседес. Я видел эту машину раньше. В тот раз она была предвестником большого взрыва. Владимир вернулся. Бах, ты мертвый, Макс Пейн. Мне следовало смеяться, если бы я помнил как. Как это понимать, сыщики-разбойники? Слушай, если ты тоже от меня чего-то хочешь, становись в очередь. Тише, парень, расслабься. Ты знаешь, что ты герой новостей, вооруженный опасен. У меня есть для тебя предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Как я мечтал сказать это? Ух ты, меня подставили. Это спорный вопрос. Все, что ты сделал или не сделал, я уверен, что для этого были веские причины. Будешь меня слушать? Я весь внимание. Починелло после того, как он связался с Ви, больше не может нормально вести дела. Но это еще не все. Есть еще этот парень, Борис Дим, который подмутил несколько дел. Он капитан грузового корабля «Широн». Теперь эта сволочь перешла на сторону врага, на сторону Починелло. Весь трюм корабля завален первоклассным оружием, а это уже мое дело. Если товар попадет в руки Панчинелло, он станет победителем, а я проигравшим. А ты лишишься своей работы. Если ты хочешь добраться до Панчинелло, тебе будут нужны очень высокие средства убеждения, а я тот, кто сможет добыть их для тебя. Верни корабль под мой флаг. Ты можешь даже вогнать несколько пуль в тупую башку этого козла, раз ты уж там будешь. У тебя хватит оружия, чтобы начать апокалипсис. Так ты играешь? Наш зритель ждет нас. Владимир был одним из тех старых бандитов, у которых была принципы и совесть. Это делало ему честь. Все же святых среди нас нет. Речной порт Бруклина представлял собой лабиринт ржавых контейнеров, скелетов, кранов, силуэты которых едва угадывались за стеной снега. В такую ночь просто не можешь удержаться, чтобы не думать об армии мертвецов, что спят вместе с рыбами. В этом лабиринте Минотавра не было, но он был где-то там, на глубокой палубе его баржи. Шкипер ждал, как паромщик на реке Стикс. Макс Пейн? Сомнительно, что письмо было получено. Рико Муэрто прибыл в город не только для того, чтобы решить семейные проблемы. Вещественные доказательства 1, 2 и 3, чемодан с деньгами, снайперская винтовка и конверт с аккуратно сложенным листом дорогой бумаги, на котором было написано всего одно слово «Мэр». Это вообще-то не было похоже на контракт мафии. Нашел корабль Бориса Дайма. Ржавчина давно уже захватила власть над этим кораблем. Борис Дим должен был быть на борту. Мне нужно было убрать половину его команды, чтобы подобраться к цели. Оружие, скорее всего, лежало в трюме, в масляной воде среди крыс. Дим, это говорит Анжел Панчинелло. Анжела, скажи мне, что для тебя значит Дим? Могу поспорить больше, чем просто имя. Макс Пейн угадал с первого раза. Ты труп, сука. Ты уверен, что не путаешь меня с Борисом? Конечно, ты прав. Очень скоро мы соберемся и потолкуем о нашем деле. Ты... Катить бочку на Панчинелло было опасно. Но когда люди сходят с ума, они делают ошибки. Нужно помнить об этом. Я хотел, чтобы Панчинелло сделал именно это. Тогда уж он точно не устоит на ногах и упадет. Лучше прямо в могилу. Потом на мосту. У
тебя есть все, что тебе нужно? Да. Я в долгу перед тобой. Если что-то будет нужно, я справлюсь сам. Когда я закончу, Панчинелло больше никому не будет доставлять проблем. Ясно, как водка. Но если ты вдруг окажешься между молотом и наковальней, просто свистни. Это может послужить началом долгой и крепкой дружбы. Ты ведь сам неплохо нагрел на этом деле руку, гангстер. Даже имея такое количество оружия, я понял, что не смогу вынимать Панчинелло из особняка. Я мог надеяться только на то, что он поведется на мое нытье. Он поверит, что победил. Это Макс Пейн, я хочу заключить сделку. Пейн, ты труп. Мне все постоянно об этом твердят. У меня в руках твой корабль и груз, я хочу встретиться с тобой. Без труда не выймешь рыбку из пруда. Сечешь? Знаешь мой ресторан? Да, знаю. Через час. Ресторан починила, знавал и лучшие деньги. Снег падал с неба, как пепел после конца света, но это было на улице, а в ресторане Дона скоро будет очень и очень жарко. Я знал, что на Анджело Панчинелло вряд ли появится, но надеяться ведь не грех. Панчинелло просто сгорал от желания свидеться со мной. Я тоже. Панчинелло усмирял свое пламя бензином. Бандиты охраняли настоящее сокровище, выход из этой дискодрани. Вот он где! Влад заметил мои сигналы, Мерседес был готов к отбытию. Его двигатель почти заглушил вой приближающихся сирен. Ты идешь? Мы высадим тебя у особняка Панчинелло. Звучит неплохо. Когда все закончится, найди меня. Мне нужно профессионала, как ты. Буду иметь в виду. Ночь сгибалась под гнетом холода. Садовые фонари нервно мигали. В их свете падающий снег был смертельно белым, пока тьма не поглощала его. Я слушал много историй. Три убили сумасшедшими псами. Если бы их хозяин позволил, то они запросто бы повесили над главными воротами поместья голову своих врагов. Панчинелло искал меня. Я нес ему боль. Фокус моего положения заключался в том, что не было никаких фокусов, и не важно было, что показывают в фильмах. Нет правил, нет секретной мантры, нет карты дороги. Не важно, кто ты, какой умный или ловкий. Это был хаос. Все зависело только от удачи. А тот, кто думал иначе, был просто дураком. Все, что оставалось, это шальное ожидание. Кто-то очень любезно оставил для меня открытую дверь черного входа и убил охранников. Мои деньги были у Мона. Я знал, что между мной и Панчинелло встанет трио. Я читал приговор. Он был толстым, как телефонный справочник. Никому не удастся выйти отсюда живым. Мерзкий холод ночи, казалось, преследовал меня здесь. Наверху трио танцевали танго в такт безмолвному ритму их преступных сердец. Кровь их жертв запеклась у них на губах. Винс Маньяна, пилот привидения, известный как Большой Брат, и Джо Салам по кличке Мертвец. Пистолет комком примерз к моей руке, прожигая кожу, зная меня до костей. Посмертно бандита сделали посланником. Кому-то не понравилось гостеприимство Дона, кому-то со страстью к драматизации, тому, кто вышел на волю из камеры и нашел пару вооруженных до зубов охранников. Мои мысли снова сомкнулись на Моне. Я мог надеяться, что она хороший игрок и, сорвав большой куш, выходит из игры. Мне не пришлось долго искать трио. Лиза Панчинелло была в некотором роде ведьмой. На картах Таро, лежащих на кухонном столе, были нанесены рисунки. Это был не мой тип карт. Тем не менее, мне хотелось взять раздачу миссис Панчинелло. Первая карта была башней, возможно, она обозначала поместье. Потом стало яснее, дьявол обозначал хозяина дома, а смерть – это был я, идущий за ним. Один шел, двое остались. Oh,
один остался. Для нее было все кончено. Ты настоящий ангел, Макс. Я не мог точно сказать, кто это был, Мона или ее сестра. Тело было неузнаваемо. К убийству явно приложили руку эти больные ублюдки. Глядя на ее лежащее тело, я невольно вспоминал о теле еще одной женщины, лежавшей на другой кровати. Я вспомнил об упавшей колыбели. Макс Пейн, говори. Альфред Вуден, у тебя гости, вооруженный вертолет приземляется в поместье. Поторопись, чем дальше, тем лучше. Трио Панчинелло пришел конец. Он за дверью. Быстрее, он идет за мной, поторопись. Быстрее. Я слышал, как Панчинелло просил по телефону о помощи, а надо было прощаться. Панчинелло был легкой жертвой. В момент, когда я вошел в комнату, он сжался, словно пара при виде флеш-рояля. Нет, подожди, я просто делал, что сказали, я не мог отказаться. Она высоко стоит, может, даже в правительстве, я не знаю. Он хотел досыпать песка в свои часы, но песка я ему не дал. Я им ничего не сказал. Брось пушку, не шевелись. Игра окончена, Макс Пейн. Даже не могу сказать, как меня разоружили. Мне показалось, что меня снова будут бить. Незнакомка оказалась настоящей акулой и сплошным несчастьем для меня. Стояла с дымящейся винтовкой в руке, а за спиной у нее была целая армия убийц. Вот и чудесно. Убью одним выстрелом двух зайцев. Мы должны были встретиться рано или поздно. Мистер Пейн, пришло время продемонстрировать мои преимущества. Будь хорошим мальчиком. Да, мне пришлось признать, что эта леди оказалась крепким орешком, а под рукой не было молотка. Джентльмены, дело сделано, можем спокойно уходить. Снова передозировка. Зеленое пламя пожирало мой мозг. Они превратились в пар, стали тенями, пытались обрушиться на меня. У меня не было шансов противостоять им. Своим поступком ведьма словно приставила мне к виску пистолет и нажала на курок. Тени толкали меня в зеленом сумраке, появлялись лица, молившие о помощи. Они знали мои слабые места и собирались нанести удар. Пол превратился в водоворот зеленой крови. Павших ангелов. Кто здесь? Макс? Макс? Это ты? Макс? Ты где? Макс, отзовись! Нет, прошу, Макс, не надо, прошу тебя. Макс, ты где? Макс, отзовись! Письмо смотрело на меня. В письме, которое я держал перед собой, было что-то до боли мне знакомое. Этот почерк с замысловатыми завитушками. Ты в красочном романе. Внезапно я все понял. Яркий зеленый свет смыл все следы лжи. Вся моя жизнь представилась мне разбитой на картинке. Слова висели в воздухе, воздушные шарики. Я был в красочном романе. Забавно до чертиков. Это было самое ужасное, о чем я мог подумать. Куча больных некромантов, как связка бананов, которая ближе к созвездиям на черепа. Дождь из лягушек прекратился. Начался кровавый дождь. Плохая связь или не туда попали. Кто-то просто нес всякую чушь, но я смог все это понять. У меня было неодолимое чувство дежавю, и голос звонившего показался мне до боли знакомым. Странный клочок бумаги сулил опасность.
письме, которое я держал перед собой, было что-то довольно незнакомое. Этот почерк с замысловатыми завитушками. Ты внутри компьютерной игры, Макс? Правда вспыхнула в моем мозгу зеленым взрывом. Оружие, висящее в воздухе, мерцающее где-то в углу моего глаза. Бесконечное повторение выстрела. Время, которое замедляется, чтобы показать все мои движения. Параноидальное чувство того, что кто-то контролирует каждый мой шаг. Я был внутри компьютерной игры. Забавно, черт подери, но это было самым ужасным, о чем я только мог подумать. Не потеряй это, Валькирия. Наркотик, избавься от него. Попытайся запомнить. Плохая связь, или кто-то не туда попал, кто-то просто нес всякую чушь. Но я смог все это понять. У меня было неодолимое чувство дежавю. И голос звонившего показался мне до боли знакомым. Макс! Убийца, ты убил ее? Макс, сегодня в офисе что-то происходит. Странная записка, что-то о викингах. Дорогая, мне нужно бежать. Расскажешь мне обо всем вечером. Счастливо, дорогой. Отверстия от пуль на ее груди были кроваво-красными. Кровь пылала на ее белой коже. Она была так прекрасна. Убийца улыбался. Плоть падших ангелов. Постепенно зеленый кошмар развеялся, оставив в моей душе грязные пятна, которые ничем не смыть. Я был в глубоком шоке и очнулся в холодном поту, больной до мозга костей, в луже собственной блевотины. Перед тем, как все это случилось, ведьма сказала: «Мы можем спокойно уходить». Это был единственный мой ключ. Прошла вечность, пока мне удалось встать на ноги и выйти на дорогу, но когда мне это удалось, я прямиком направился в литейный цех, расположенный за пределами города. В этом месте было очень людно, несмотря на морозную зимнюю ночь. Приезжали и отъезжали грузовики, везде бегали люди. У меня было преимущество над этой загадочной ведьмой. Она думала, что я мертв. Она не знала, что я жив. Это путешествие окончательно испортило мне настроение. Адреналин в крови просто зашкаливал. Я, шатаясь, стоял на крыше фабрики, покрытой льдом и снегом. Холодный ветер резал мне лицо. Я чувствовал себя ниндзей, готовым к любым неожиданностям. Я ни с кем не собирался шутить, но чувствовал себя как Супермен на подрыве, готовый сорваться вниз и разбиться к чертям собачьим. Наполовину заброшенный промышленный комплекс посреди хрен знает чего. Фабрика казалась прекрасным местом для преступной деятельности. Внутри завода кипел. Брюхи завода кипящий металл шипел и пенился, как колдовское зелье. Сигнал гамма. Угрожающие жизни погодные условия. Шторм-убийцы, побивший все рекорды. За всю историю города. Транспорт застрял в снегу. Обильные снегопады. Синоптики сообщают, осадки и буря продолжаются. Ночью казалось, что снег — это конфетти, которое бросают на дьявольском параде. Буря не стихала. Ты можешь в это поверить? Они, наверное, спят со своими винтовками и, наверное, дают им имена. Это точно. А ты свои дал имя? Да ты чё? Конечно нет, а ты? А я дал. Да? А какое? Джек Покрошитель. Ну ты даешь, вообще. Периметр нарушен. Здание в опасности. Повторяю, Deep Six в опасности. Военный жаргон по рациям мог означать только одно. Они были готовы уничтожить доказательства и исчезнуть в ночи. Я был так близок. Тайные истины были почти рядом.
Наталья знала свою грустную историю. Наемники проводили различные операции, при этом все записывали. Товара снова нет, химик снова хотел украсть его для своих личных целей. Заперт в камере B7 в старой тестовой лаборатории D6 до выяснения обстоятельств. Я уже был достаточно близок к тому, чтобы услышать секреты прямо за следующей дверью. Я взял на себя роль мистического детектива. Я был словно Богарт или Сэм Спайл, преследующий мальтийского ястреба. Я пошел по следующую разгадку, тайны, даже если следу суждено было привести меня в промозглую могилу. Ты этого не сделаешь, мои люди все еще внутри. Ты знаешь, почему эта операция называется «Глаза мертвеца»? Да, он уже труп. За дело. Внимание всему персоналу. Включена программа самоуничтожения. Всем немедленно покинуть комплекс. Повторяю. У нас гости. Я видел раньше этот логотип на полу. Под фабрикой был старый армейский бункер. Я узнал его по знаку на полу. На старых заборах по всему городу я видел тысячи разновидностей этого знака, в котором меч заменен на шприц. Проект Валхалла. В. Валькирия. В. Валхалла. Внезапно я понял, что это обозначало безумную теорию заговора. Как и все остальное в деле Валькирии, код для двери был для меня полной тайной. Дезинфекция в процессе. Химик работал на станции, когда пришла смерть. Жизнь лаборатории крысы оборвалась на половине. Пароль так и остался мигать на экране. 665. Сосед Зверя. Немедленно идите к ближайшему выходу. Эй, сюда, вытащи меня отсюда! Спасибо, я думал, что окочурись тут. Мне надо пройти через камеру дезинфекции. Ты спятил, тут скоро все взлетит на воздух. Или так, или назад в камеру, выбирай сам. Ладно, ладно, я проведу. Немедленно идите к... Мы трупы! Давай, бьем! Заходите, я проведу. Все очень плохо, очень. Дезинфекция. На одном из экранов светился логотип проекта. Совершенно секретно, проект Валхалла, армия США. Сеть Игдрейсел. Валхалла — место в норвежской мифологии, где самые отважные герои проводили загробную жизнь, постоянно сражаясь и пируя. Их раны странным образом заживали каждую ночь. Валькирии — девицы, которые выбирали самых смелых героев и отводили их в Валхаллу. 91-й год — исследование, поставившее перед собой цель изготовить химическое вещество, которое должно повысить выносливость и мужество пехотинцев. 95-й год — результаты неудовлетворительные. Проект закрыт. Кто-то решил в одиночку продолжить этот безумный проект. Проект под угрозой. Утечка данных. Исправить ситуацию любым доступным способом. Совершенно секретно. Подписано директором проекта. Испытания в полевых условиях. Удвоить дозу препарата для всех оставшихся объектов тестирования. Наблюдать и записывать их поведение в условиях города. Зоной внедрения оказался мой старый адрес в Нью-Джерси. На записи была дата трехгодичной давности.
пациенты входили и выходили отсюда давным-давно. Мне здесь больше ничего было делать. Название бункера служило пророчеству. Дезинфекция. Самоуничтожение начато. 13. Осколки этой головоломки наконец сложились воедино. За моей спиной стоял зеленоглазый убийца. Городская легенда стала правдой. Оставалось только заняться подсчетом убитых. Все указывало на нее. Мисс Валькирию. Фабрика за моей спиной превратилась в сущий ад. Все мои разгадки были мертвы, превратившись в дым и пепел. Я потерялся. Я не спал уже миллион лет. Я принял это за смерть. Я жил, питаясь пончиками недельной давности. Они были топливом для безумного костра в моей голове. Я не мог вспомнить, когда последний раз видел солнце. Постоянно чувствовал на себе тяжесть вечной ночи. Когда на город опустилась тьма, Нью-Йорк стал совсем другим. Вопреки одной старой песни Синатры, плохие вещи происходят именно ночью на улицах этого изменившегося города. Ночного Нью-Йорка. Я занимался тем, что всю ночь пил одну чашку кофе с другой, пока его вкус не стал похожим на машинное масло. Пришло сообщение от Биби. Что, черт побери, случилось на улице Роско? Макс, я добираюсь сюда пешком, мы должны кое-что обсудить. Придумай что-нибудь. 2:30 ночи, встреча состоится в гараже. Чем больше я думал об убийстве Алекса и о том, как меня подставили, тем больше мне казалось, что это сделал кто-то из наших. Я должен был все увидеть своими глазами. Биби предал меня, теперь он хотел закончить то, что начал. Гараж был заброшен. Биби продемонстрировал свой дорогой костюм, золотые часы и запонку для манжет. Все это выходило далеко за рамки жалования. Вежливый хвостун. На нем вины, как на дьяволе. Кого же, черт побери, покрывает Биби? Коварная тварь. Ну что ты, не будь так. Хочешь сигарету? Я не курю. Макс, ты даже не представляешь себе всего, что происходит. Ты даже не представляешь. Мне кажется, что представляю, ты продажный фараон, который предал своего товарища. Эти гангстеры в метро были просто шестерками. Это легко было предвидеть. Могу поспорить, что с Алексом было что-то похожее. Например, личная вражда. Ты не сможешь победить, Макс. Нет. Но я хочу убедиться, что уйти не удастся никому. Оказалось, что Биби был всего лишь одной из пешек в большой игре. Продажный фараон на деле. Трусливая крыса хотел бежать с корабля, оставив своих наемных горилл доделать грязную работу. Сообщают о перестрелке в особняке Панчинелло, расположенном в Вестчестере. Поместье было домом, где жил Анджело Панчинелло. Он был главой криминальной семьи Панчинелло. Теперь полиция говорит, в отличие от своих предыдущих заявлений, о том, что Макс Пейн все еще жив и опасен. Он продолжает свою личную вендетту против мафии, о чем говорит недавний поджог. Я ничего не помнил о поджоге, но огонь я помню хорошо. Thank you.
Макс Пейн? Какая разница? Альфред Вуден, я могу сказать тебе имя твоего врага. Приходи сам к зданию Асгард, мы будем тебя ждать. Вуден ждал меня на ступеньках старого дома. Мистер Пейн, пройдемте вовнутрь, остальные ждут нас там. Остальные? Несмотря на всеобщее недоразумение, это здание было построено раньше здания муниципалитета на 2 года, поэтому оно остается самой старой постройкой Бруклинского моста. Да ну. Старик провел меня на экскурсию, пока мы шли по темному залу, но основные вопросы и ответы ждали меня впереди. Мистер Пейн, позвольте мне представить вам моих коллег в обществе, которое мы называем внутренним кругом. Вы насмотрели секретных материалов. Вы видели файлы, имеющие отношение к проекту Валхалла. Мы сможем представить вам недостающую в них информацию. Мы все были вовлечены в проект еще на ранних стадиях, во время войны в заливе. А в чем суть? Мы бы хотели придать эти данные огласке, но мы очень устали. Ее зовут Николь Хорн. Она была ключевой фигурой в проекте Валхалла. Когда проект был закрыт, она отказалась прекращать исследования. Ей было известно, что она может из этого получить. Николь Хорн является президентом корпорации Acer. У нее в кармане большая часть нашего города. Эта информация должна держаться в тайне. Если вы захотите придать ее огласке, мы будем все отрицать. Вы должны убрать ее. После этого мы сможем защищать вас. Если вы все поняли, то можете действовать. Это было сигналом для убийц, которые, выломав дверь, ворвались в здание. Хотелось понаблюдать, но я... Было забавно понаблюдать за этим, но я решил как можно быстрее ретироваться. Это только начало. Было видно все, что осталось от внутреннего круга. На экране так называемый труп Альфреда Уодена поднимался медленно, избавляясь от Тримонды, и начал искать жертву среди своих приятелей в стране слепых, и одноглазый будет королем. Я не знал, как у него это получилось, но это был довольно неплохой способ, чтобы отречься от всех своих обещаний. Все, что он сказал, было просто кучей дерьма. А что вы скажете по поводу того, что в данный момент он служит на благо нашего города? Этот крестовый поход зашел слишком далеко. Он неуправляем, это нужно остановить, и это будет остановлено. Это был заместитель начальника полиции Джим Бравура из департамента полиции Нью-Йорка. На столе лежала видеопленка. Николь Хорн шантажом заставляла молчать внутренний круг. К пленке прилагалась короткая записка недорогой бумаги с требованием денег. Я вспомнил Кэнди Даун, которая записывала на пленку всех своих клиентов. После этого передавала ее вышестоящей особе. Я был уверен, что извращенный секс был одним из грешков, которые числились за Альфредом Воденом. Воден оставил мне подарок. Кажется, что ничто не сможет остановить феноменальный победный марш корпорации Acer. Невероятно, их акции все еще ползут вверх. Обеспокоенные эксперты видят успех компании и угрозу. Некоторые даже осмелились заявить, что корпорация Acer скоро станет более значимой, чем корпорация Microsoft. Воден с военной аккуратностью занялся моей подготовкой к миссии. Критические места штаб-квартиры корпорации Acer были объединены на схеме красным. Офис президента расположен на верхнем этаже здания, сразу под ее апартаментами. Лифты управлялись с помощью центрального компьютера охраны, расположенного под зданием. Небоскреб казался неприступным, как крепость. Идем в зоне опасности. Вперед, дверь гада! Лучший боевик, наверное, с Бутчем Кассиди. Солнечный танец, геройская концовка. Выходит с дымящимся стволом. Не слыхал? Нет. Тогда поновее, обычная подозреваемая.
Там Спейси выходит из участка и теряет ногу. Или нет? 7. Там Брэд Питт носит с собой на дело коробку, а там такое. А, я помню, зомби-дебилы из космоса. Там все тонут в крови. Зря я затеял этот разговор. Стоять! Мне снилась месть. Эти сны всегда были кошмарами. Я был уже так близко к цели, но постоянно проваливался. Теперь я был близко к цели, Николь Хорн, мне было нечего терять. Внутренний круг был обширной записи. Проект Валхалла был не единственным, в котором был замешан внутренний круг. Там было много комнат, заваленных папками. Тайное общество предателей вернулось назад, всегда влияя на ход дел с помощью теней. Не могу сказать, что я жалел об этом. Ход Воудена в византийской игре сократил список членов до одного человека. Старик хотел, чтобы я отомстил. Это было в моих интересах. ЦРУ, ФБР, знаешь одних, значит видел всех. Хороши для тренировок. Но это бабки астрономические. И самое главное, валишь любого, кто попадает под руку. Ордер на убийство, как Джеймс Бонд. Взять его, завалить, пора заканчивать этот цирк. Мина была не самым удачным решением проблемы, казалось, что все же было сделано до этого. Глаз за глаз, вот первый принцип мести, он стар как мир, но все еще действует. Главное правило преследования врага, чтобы убить его, не придавать этому личный оттенок. И все равно, каждый раз этот оттенок появляется, так случилось и со мной. Я убивал время, просто ходил по заснеженному городу. Некуда было спешить, теперь я знал, что нужно делать. Я проводил время, размышляя над этим, разогревая ярость. Когда я был готов, я припарковал украденную тачку около входа в штаб-квартиру корпорации Эйсер. Вышел, вошел, начал действовать. У меня была пуля, на которой было написано имя Николь Хорн. У меня было 1000 пуль с именами остальных. У него была суперсовременная система охраны и такое количество охраны, оружия которого хватило бы, чтобы начать Третью мировую войну. Но я не ведал страха. Нью-Йорк disappeared behind a veil of snow. I had crossed the threshold. This was her domain, sleek and sexy and soulless, all glass and steel. A place of color-coded security key cards, metal detectors and surveillance systems. Холоднее, чем рефрижератор, холодный, как пистолет. Неплохо выглядишь.
Макс, мы больше не должны так встречаться. Ладно, наступит холодный день, если я позволю копу остановить меня. Мисс Сакс, сделайте свое дело. Спокойно, Макс. Ты классный парень, а я не убиваю классных парней. А ты совсем так ничего. Это была не та ситуация, когда Хорн хотела смерти Пунчинелло. Чтобы порвать связи с мафией, он заслуживал смерти. То же самое можно сказать и о ней. Она плохая девочка. Сестра нашептывала ей, чтобы она меня прикрывала. Я хорошо знаю вкусы привидений. Они жаждут мести. Нет. Прогремел выстрел, и она медленно осела на пол. Она была неплохой девчонкой, а не хладнокровным убийцей. Теперь она стала хладнокровным трупом. Как религиозные фанатики или преданные самураи, личная армия Хорн шла за мной. Когда лифт опустился, она исчезла. Было много крови, но не было тела. Что-то подсказывало мне, развязка уже близка. В голове никогда не было так прозрачно. Как будто развеялись грозовые облака, и я увидел свет холодных звезд в ночном небе. Я имею в виду самое классное, то есть матрица. Там всегда бывает так, что время замедляется, потом происходит ускорки, герои уворачиваются от пуль, ты видишь, как пули пролетают мимо. Это называется bullet time. Если бы можно было так делать в реальном времени. Ты чё там? Ее ручным охранником, нечеловеческий, безошибочный, он преследовал меня. Стереотипы, я не понял. Эй, сволочь, валить, сволочь! Отключены. Все мыши не работали. Лифт должен был отвести меня наверх. С этой высоты казалось, что ночь простирается на вечность. Нотка отчаяния завязла в снежной буре. Как будто надеялась выбраться до того, как все кончится. Личный компьютер Хорн был включен. Около принтера лежала стопка дорогой бумаги. Взломав компьютер Хорн, я смог бы добраться до файлов криминальных планов, стратегии завоевания мира, сообщений со шпионских вертолетов, записи скрытых камер, порно из интернета. Что бы ты выбрал? Я бы ничего не выбрал. Насмотрелся сполна. Валькирия должна была быть белокрылой девушкой, которая должна отвезти меня в рай для воинов. Но все это оказалось дорогой прямо в ад. В наркотиках притаился дьявол. Я знал это. Я должен был встретиться с ним. Теперь я собирался убить ее. Королева подземелья, которая пыталась вознестись на небо с помощью заработанных на наркотиках денег. Не вымогать и не давать взятки. Ей лучше знать честь в среди убийц. Мы знаем, кому суждено умереть. Мы оба знали, чем это закончится. Болью и страданиями. Все это потому, что твоя жена сунула свой нос туда, куда не следовало. За мной по пятам шли копы. Сирены, казалось, выли в подсознание, и от этого нельзя было избавиться. Хорошо, что ты зашел так далеко. Но ты умрешь, когда они приедут сюда. Остановить его! Прикрытие.
Макс Пейн, все тщетно. Тратишь время. Смерть твоей жены и дочери была необходима. Неизбежно. Все кончено. Ты уже ничего не изменишь. Пейн, ты борешься и проигрываешь. Тебе здесь не выжить, ты умрешь. Не сопротивляйся. Облегчи свою участь, прими свою судьбу. Ты умрешь здесь. Макс Пейн, признайся, что ты сражаешь против непреодолимой силы. Ты уже проиграл. Ты проиграл. Только смерть избавит тебя от страданий. Прими ее, сдавайся. Все они были мертвы. Последний выстрел стал отметкой, которая изменила все. Я убрал палец с курка. И тогда все было кончено. Казалось, что буря поубивала свой пыл. Рваные тучи разошлись, и я увидел звездное небо. Макс Пейн, говорит заместитель начальника полиции Джим Бравура. Здание окружено, бросай на пол оружие и выходи с высоко поднятыми руками. Ближе к небесам. Голоса копов казались отдаленными, приглушенными. Стоять, полиция! Стой, где стоишь! Мои видения покинули меня. Далеко внизу огни Нью-Йорка мерцали, словно бриллианты на черном бархате. Мы за тобой неплохо погонялись. Отвезите его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Там был Воуден. Стоял в толпе среди зевак. Все не закончится до тех пор, пока этого не захочет человек в повязке. И он захочет. Я знаю, что он захочет. Это нужно ему. Воуден ехидно улыбнулся. Это была улыбка победителя. Это же сделал я.